Санкт-Петербург впервые в истории привела делегация из Папуа-Новой Гвинеи. Это пятеро ученых и преподавателей университетов. Сегодня они откроют в городе выставку «Миклуха Маклай. 21 век. Ожившая история». Это неофициальный визит. Гости прибыли по приглашению фонда имени Миклуха Маклай и по программе «Новое поколение». Папуа-Новой Гвинеи хотят развивать общественные, деловые и научные связи с Россией, ближе знакомиться с российской культурой. В частности, Петербург и островное государство планируют создать программы по туризму и обмену студентами. Я, конечно, много слышал о России, но когда прилетел сюда, был просто потрясен размерами и величием вашего города, его зданий и дружелюбием его людей. Потому что у нас разное говорят и пишут о вашей стране, но настоящее впечатление складывается, когда видишь все своими глазами. В советские времена связи с Папуа-Новой Гвинеей на высшем уровне были крепче. Потом, в постсоветский период, контакты были утрачены, и только сейчас их решили восстанавливать. Этой цели поможет и предстоящий саммит АТЭС, который пройдет в островном государстве в начале ноября. Туда приедут представители 21 страны.